Я раньше думал, что нас за границей за полных идиотов держат. Вы посмотрите эти инструкции к импортным товарам. Вон, инструкция к немецкой стиральной машине на русском языке. Ахтунг, прежде чем стирать. Первое, снимите упаковку с машины. Второе, залейте в машину воду. Не, ну обидно, когда тебя болваном считают. У нас ученых больше, чем у них население. Мы первый спутник запустили. Они мне к телевизору пишут: прежде чем смотреть телевизор, выньте его из коробки. Там на коробке даже рюмка нарисована. Я так понимаю, мол, одну не больше. И я вот как рюмку это увидел, у меня все обиды как рукой. Я все понял. Это же они про себя пишут. Потому что для нас рюмка ничего. А японцы, вы на любого посмотрите, они от одной косеют. И тот, кто эту инструкцию писал, наверное, как представил самого себя после рюмочки саке. Но я вам скажу, они, видно, когда под этим делом, совсем дурные делаются. Я так сообразил, что это они не для меня, а для себя пишут. Все обиды как рукой сняло. Я эти инструкции как книжки запоем читать стал. Потому что из них же все ясно и про разные народы, и про обычаи, и про их географию. Ну, что далеко ходить? Вот, к примеру, берешь к сингапурскому холодильнику описание, и сразу тебе ясно. Жара в стране, мочи нет. И, похоже, они в холодильниках от этой жары спасаются. Кто целиком, а кто из сингапурцев по частям охлаждается. Потому что там в каждой емкости стрелочка. Для печени, для почек, для мозгов. И в дверце отдельные углубления. Почему-то на 10 штук рассчитано. Ну, я скажу, холодильник большой, сингапурцы маленькие. Их там вполне человек 5 поместиться может. А англичане зануды. Аккуратисты до тошноты. У меня брат в деревне рассказывал, они английские корма для коров получили. В целлофановых тюках, чтобы если промокнет, не дай бог, с инструкцией. И там все последовательно. Взрезать целлофан, корм взвесить, разделить на число коров, включить музыку для лучшей усвояемости и аппетита. Но у них там коровы обожравшиеся. А у нас им только тюк показали, они как набросились, и без всякой музыки, за милую душу, под мат доярок, захрупали вместе с целлофаном. Между прочим, тут еще и наша русская смекалка. Вон в магазинах «Сад-огород» навоз продается в целлофановых мешках. Никто его специально не укладывал. Само так вышло. Не, насколько все-таки наш народ толковее. И поскольку мы сами смышленые, нам кажется, что и другие такие же. Поэтому мы, чтобы не выпустили, вообще инструкции не даем. И рисунок только один. Кувалда.